Он не предсказывает. Он прогнозирует возможные изменения или их отсутствие. Это барометр. Программу поддерживает Best Credit EU. BestCredit.ee – parimad rahalahendused personaalselt sinu ärile. BestCredit.ee – ärilaenud. Кто-то считает, что барометр способен предсказывать будущие события. Некоторые же считают, что он лишь отражает текущую ситуацию, что тоже позволяет делать некие выводы и заглядывать в будущее, хотя бы одним глазком. Всем привет, меня зовут Андрей Титов. Сегодня мы будем говорить об отмывании денег, теме, которая стала, ну, очень актуальной для нашей страны в последнее время. К сожалению, наверное. У нас в гостях специалист по противодействию отмыванию денег, адмирал Маркес Дмитрий Куравкин. Дима, привет. Привет. Ну, тебе, как специалисту, сам Бог велел помочь нам, обывателям, разобраться в этой ситуации. Мало того, что у нас Данский банк загремел на весь мир, можно сказать, без преувеличения. Ведь, в принципе, действительно тема с Данским банком попала во все мировые СМИ. Ну, тема с Данским банком, да, она такую репутацию Эстонии сделала не очень хорошую. Да, теперь о нас говорят и говорят в негативном ключе. Вот я, опять-таки, там, бывая в Лондоне иногда, читая местную прессу и говоря об Эстонии, о нас теперь говорят как о стране, в которой, да, что-то происходит, что-то в таком негативном фоне. Наверное. Так вот, мало того, что у нас был Данский банк, у нас теперь еще и крупнейший банк, наш Светбанк, тоже подозревают в причастности к отмыванию денег. Ну, тут, наверное, я уточню, как бы, что никто никого ни в чем не подозревает. Это очень, на самом деле, такую медвежью услугу нам делает в том числе пресса. Ага, да, хорошо, давай тогда переформулируем, ну, чтобы это звучало корректно и правильно. А да. Что тогда происходит? Происходит что-то очень странное, на самом деле, потому что, ну, берем мы Светбанк, допустим, да, мы говорим о том, что кто-то где-то услышал, что в Светбанке какие-то компании делали платежи, и, скорее всего, они, наверное, связаны там с какими-то подозрительными схемами, например, там со схемами там фонда «Эрмитаж», там, где был там Сергей Магнитский убит в свое время, и, наверное, вот что-то происходило. И что происходит, да, акции Светбанк за день падают на 25%, из-за этого там страдают работники банка, которые там эти акции. Там, я знаю, по-моему, была такая схема, по крайней мере, раньше она существовала, когда у меня близкий родственник работал в Светбанке, что там предлагали или рождественскую премию брать, или акциями. Ну, это распространенная и люди компания, предпочитали акциями, потому что они росли хорошо. Это распространено то, что в компаниях, особенно вот там в каких-то стартапах сегодняшних, там, тебя мотивируют тем, что тебе выдают там часть мотивационного пакета, выдают акциями. И вот люди имеют акции, она упала на 25%. Там, вот хотел продать, а уже на четверть меньше. Угу. А по сути, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что предъявляется обвинение криминального характера. Ведь отмывание денег – это криминальное преступление. То же самое, что я скажу, что кто-то кого-то там вот убил, допустим, да, там решения суда ничего нет, ты можешь пойти в суд, это оспорить, но сейчас уже это происходит по-другому, как бы, да, уже никто с прессой не спорит, акции падают, банки пытаются оправдаться, и там проходят какие-то внутренние расследования. Ну и по сути, о чем мы сейчас говорим, допустим, если мы говорим о Светбанке, что да, что-то где-то о чем-то сказали, акции потеряли свою стоимость, но вот сейчас как бы дальше это все будет развиваться, там, какие-то будут там криминальные дела заведены или нет, скорее всего, я думаю, нет, но уже урон Эстонии, да, и там банк, он уже нанесен. А вот, кстати, про урон Эстонии, ты уже второй раз повторил эту мысль, и вот как раз хочу спросить, почему речь идет об Эстонии, хотя Светбанк не эстонский банк, здесь у нас лишь филиал, Данский банк не эстонский банк, здесь лишь филиал, почему нас выделяют особенно, тем более, если мы вспомним прошлый год, позапрошлый и аналогичные скандалы в латвийских банках, никто же не выделял отдельно вот ту самую Латвию, говоря, а скорее о регионе в целом, то есть вот Эстония, Латвия, Литва – это такой прибалтийский регион, регион балтийских стран. Потому что мы маленькие, да, потому да, что да. Эстония – она часть Прибалтики. И Латвия – этот скандал, который в прошлом году был, АБЛВ, этот банк, который был закрыт тоже из-за аналогичных обвинений, это разве нанесло Латвии такой серьезный урон? Ну, нанесло, конечно. Ведь мы же говорим о том, что… Ну вот, скажем, там, допустим, у нас там, американский фонд покупает банк Люминор, да, скажем, вот я не знаю, как бы это
выглядело сейчас, и было ли бы такое решение принято сейчас, если бы там при оценке, допустим, тех рейтингов и тех, скажем, репутационных каких-то моментов, которые со страной связаны, как бы, ну, скажем, произошла бы эта сделка сейчас или нет. Потому что обычно ведь мы говорим про инвестиции, скажем, в страну из каких-то далеких, там, допустим, там, кто-то из Азии хочет инвестировать в Эстонию, там, из Америки, допустим, да, и они ведь смотрят очень там, глобально, они не смотрят на, там, зачастую Эстонию как страну, они смотрят на сектор, на регион. Прибалтика. И вот в Прибалтике что-то происходит, допустим, да, и лучше я туда лезть не буду, да, у меня вот есть вариант, допустим, я инвестирую, там, скажем, деньги, там, какую-то немецкую, там, да, здесь обычно, там, скажем, люди, которые решают, инвестируем мы или нет, как бы. Я лучше инвестирую, там, в Германию, предположим, чем вот полезу в Эстонию, потому что там что-то непонятно, там, вот, там, может быть, что-то с банками произойдет, и, но лучше я не буду, да, и поэтому, ну, вот такой момент. Второй момент, допустим, что если мы посмотрим, как осуществляются вообще платежи в мире, да, если мы говорим о платежах, которые осуществляются в валюте, которая не является валютой той страны, где находится банк, допустим, евро, да, для Эстонии, и мы говорим о долларовых платежах, то для этого банк эстонский, он должен сотрудничать с банком американским, как бы тот банк той страны, там, валютой которой он хочет рассчитываться. Это значит, что эстонский банк должен открыть счет, допустим, там, в немецком банке, Deutsche Bank, ну, скажем, в американском банке, да? И когда банк открывает счет, проводится опять-таки оценка там, и она проводится очень, как бы, обычно, опять-таки, беря во внимание, допустим, регион, где банк действует. И что мы видим в последнее время, что эстонским банкам, уже начиная с тех латвийских вещей, очень сложно наладить отношения или открыть эти корреспондентские счета с банками американскими, допустим, потому что вот у нас такой вот запашок нехороший уже, как бы везде говорят о чем-то. И что это для простого человека значит? Значит то, что, допустим, платежи долларовые через банки мы сделать, может быть, какое-то время скоро не сможем, потому что все американские банки, они с нами работать откажутся. И нам нужно будет пользоваться, не знаю, там, трансфервайсом, еще какими-то услугами, ну, какими-то альтернативными вещами. Ну, благо сегодня возможностей очень много. И что касается тех же банков, то они дерут с клиентов втридорога, и порой эти альтернативные возможности оказываются гораздо выгоднее. А я вот, чтобы наш разговор не был таким очень абстрактным, потому что для простого человека, который живет на свою среднюю зарплату, ходит на работу и проводит там 8 часов в день и 40 часов в неделю, для него это понятие отмывания денег, какие-то миллионы, миллиарды долларов, для него это такой дремучий лес, и все это так далеко и нереально, что, я думаю, нужно пояснить, вот что такое отмывание денег? Вот классическая схема, ну, классическая пример. Схема, вообще, если мы смотрим исторически, копнем глубоко, откуда вообще появился термин отмывания, да, был такой деятель Аль Капоне, которого, наверное, все где-то о нем как-то слышали, да, и чем он занимался? Он занимался продажей нелегального алкоголя, да, получал от этого там деньги, да, и жить красиво хочется, нужно как-то деньги эти показать, что они произошли из легального источника. И что они сделали? Они открыли сеть прачечных, в которой расчет обычно происходит наличными. И через эти прачечные показывали доходы. И таким образом, да, эти деньги обелялись. То есть то же так самое, как это было прачечное, да? Они сделали отмывание. Открывается, например, полочная фирма, точно, которая выставляет липовые счета, не оказывая никаких услуг, абсолютно, не продавая никаких товаров, при этом получает огромные деньги на свой счет. А каким образом были заработаны эти деньги, никто не знает. От продажи наркотиков, там, от продажи, там, не знаю, людей, продажи там еще чего-то, скажем, каких-то нелегальных вещей. Да, они показываются как какой-то реальный бизнес, там, допустим, у тебя кафе, там, ресторан, у тебя еще что-то. Какие-то вещи, зачастую которых очень сложно проверить именно настоящий, вот именно оборот средств. И да, и вот, скажем, потом, пройдя через эти вот, скажем, такие вот уже фиктивные компании, эти деньги показываются как настоящий доход. И что сейчас происходит, да, скажем, вообще, ну, ведь это там, криминальные преступления, с этим должна бороться полиция, да, так же, как она борется, допустим, там, не знаю, с убийствами, с кражами и так далее, да, но так как сейчас, скажем, все эти схемы, они в основном используются для этих схем, используются финансовые учреждения, банки и так далее, то была принята там директива там много лет назад в Европе, что банки обязали тоже принимать в этом участие. И постепенно, с каждым годом эти меры начали ужесточаться. Сначала там, допустим, там, нужно клиента идентифицировать, спросить у него паспорт. Потом спросить у клиента, где он работает. Потом стали еще больше средств применять. И теперь, в принципе, мы уже находимся на той стадии, когда банки вынуждены, опять-таки, потому что регулятор этого требует, своего клиента знать очень хорошо. А вот что касается отмывания денег, тут в первую очередь попадают под подозрения юридические лица, и они вынуждены за все отчитываться, или с частными лицами такая же история. Потому что мне доводилось слышать про то, что есть понятие, которое
ну, условно говоря, называется нетипичное финансовое поведение клиента. То есть, если я тот же самый простой человек, живущий на среднюю зарплату, завтра положу на свой счет 20 тысяч евро, которые принесу в отделение банка наличными, то сразу где-то загорится красная сигнальная кнопка. Так и есть. Обычно, если сегодня, скажем, мы берем крупные банки, там никто, там, человек не сидит и не смотрит там, на ваш счет, потому что, вот, допустим, берем Светбанк, у него миллион клиентов, как бы это физически невозможно. Поэтому настраиваются, скажем, там, система мониторинга, которые, да, выявляют какие-то аномалии. Вот аномалия, допустим, что человек получает там, пенсию каждый месяц на счет, там, не знаю, 500 евро, предположим, да, и вдруг у него там какая-то, ты говоришь, там упала какая-то сумма крупная, тогда загорается, там, скажем, там, какой-то огонек, да, и уже вступает в игру человек, который начинает задавать вопросы. Сначала он смотрит сам, видит, допустим, что, скажем, да, окей, там сделка от нотариуса, продал квартиру, наверное, все нормально, скажем. Вопросы не задаются. А бывают, ну, зачастую какие-то транзакции, которые требуют вопросов. И тогда вот банк или там любое другое финансовое учреждение обращается к клиенту и начинает спрашивать, там, откуда ты деньги взял, какие у тебя там, покажи документы, допустим. Почему? Потому что от банка, в свою очередь, это требует департамент полиции, отдельная там структура у них есть, которая этим занимается. И в каждом банке, в каждом финансовом учреждении, вот, допустим, у нас в инвестиционной компании должен быть человек, который является контактным лицом полиции, да, и вот его задачу входит то, что он должен вот эти вот подозрительные сделки, которые мы не смогли, скажем, с клиентом разрешить, скажем, рапортировать в полицию. А вот ты упомянул о том, что несколько лет назад стали меняться правила и стали больше внимания на это обращать. И вот это тоже одна из тех тем, которые часто поднимались в связи с последними скандалами, что, дескать, на самом деле банки не делают ничего из ряда вон выходящего. Они делают то же самое, что они делали и 5, и 7, и 10 лет назад. Просто тогда, 10 лет назад, это считалось в норме вещей, а сейчас за это могут прижучить. Да, наверное, так. И, скажем, эта тема, она все больше и больше в фокус входит последние, наверное, там, не знаю, там 4, 5, 6 лет. Почему? Потому что сегодня мы не говорим только про классическое отмывание денег, мы говорим про любые подозрительные сделки, мы говорим про спонсирование терроризма, мы говорим о том, что через счета, допустим, частных лиц, там, маленькими суммами могут быть переводиться деньги, допустим, там, в те регионы, которые... Кстати, извини, что я тебя перебью на этом месте. Забавный был случай, описан в газете «Постимес» буквально месяц назад. Там рассказывалось про сделку частную, заключенную между двумя людьми, один другому продал диск местного рэп-исполнителя за 10 евро. А у этого рэп-исполнителя альбом назывался как-то по-арабски. Да, я, честно говоря, даже не помню. Абль-Бур, Аджах, что-то такое, да. Но не суть важно. В общем, он написал в пояснении к платежке вот это самое название, и этот платеж на 10 евро. Всего-то, казалось бы, его банк заморозил. Ну, правильно, смотри, потому что мы сегодня говорим, ведь тоже еще и там, опять-таки, еще третья тема, есть тема санкций. Вот есть тема санкций, которая, скажем, у каждой страны есть, допустим, список своих там людей или своих организаций, с которыми, скажем, в отношении которых применены санкции. Скажем, в Эстонии раньше это была очень такая далекая тема, мы с ней не сталкивались, она была, может быть, в Швеции, когда были иранские санкции. Теперь, когда ввели санкции против России, там, ввиду событий там, на Украине, да, появилось очень много русских имен тоже. И все эти там санкционные вещи, какие-то подозрительные вещи, они обозначаются словами. И да, бывают такие, скажем, там случаи, скажем, вот один пример такой был у нас, что там люди хотели поехать, допустим, на свадебное путешествие, перевели деньги через американский банк, опять-таки, и в пояснении стояло Гавана, по-моему, было написано, и опять-таки это, скажем, связано с Кубой, этот платеж там был заморожен, и да, и очень много было вопросов, потому что вот в тот момент действовали тогда санкции в отношении Кубы, Америка, санкции в отношении Кубы, доллара через Америку, скажем, там очень много нюансов, которые, где просто из-за, как ты говоришь, одного слова, там человек может очень на долгие месяцы попасть, скажем, ну, скажем, начать отвечать на банковские вопросы. Ага. Слушай, но если вот вернуться к теме простого человека, то ты уже объяснил так в двух словах, чем это чревато для всех нас. А вот что делать тем, кто был, например, клиентом Danske Bank? Для них что меняется после того, как Danske Bank получил вообще запрет от финансовой инспекции на деятельность в Эстонии и вынужден свою деятельность сворачивать? Ведь у нас проходила информация, что порядка 12 тысяч кредитов можно будет оплачивать обратно, к сожалению. Да. То есть кредиты, те 12 тысяч человек, что взяли кредиты в Danske Bank, они все равно, то есть этот кредитный портфель просто выкупит другой кредит в финансовой учреждении. Сегодня мы знаем точно, что портфель Versa Bank выкупил ЛХВ,
то бишь те, у кого... У Верста же был очень большой портфель кредитных карточек, да, потребительских, и сегодня, скажем, вот те, кто имели эти карточки, там, они должны будут... Те же самые суммы, там, которые у них были, они должны будут вернуть там, банку ЛХВ, просто поменяется реквизит. Под те же проценты, на тех же условиях. Под те же проценты, да, они не имеют права ничего менять. Если мы говорим о Данске банке, там тоже шли переговоры, по-моему, в прессе писали, что это или Копбанк, или кто-то еще, но тут еще пока точно не ясно, кто-то выкупит. Но Копбанк был заинтересован, по крайней мере, первый, кто выказал этот интерес. Да, точно, как бы, ну вот скажем, да, если мы говорим, давай вот возьмем еще, наверное, вклады. Вклады тоже. Да, вот вклады. Люди, там да. Больше 14 тысяч человек имели вклады, да, в Данске. Люди не должны волноваться, потому что, во-первых, в Эстонии гарантийный фонд есть, который в объеме 100 тысяч, да, покрывает. Но только 100, а если у тебя 150 на счету? Посмотрите, такой момент тоже, что в принципе, чем занимается инспекция финансовая в Эстонии? Она следит за тем, чтобы банки были достаточно капитализированы. Это значит то, что у банка, ну, они несколько раз там, в год, допустим, это проверяют, чтобы у них было достаточно средств вот на случай такого негативного сценария. В принципе, в Эстонии могу сказать, что все банки, они очень хорошо капитализированы, и даже в случае каких-то вот таких, скажем, объемов лицензии из-за проблем с отмыванием денег, то, в принципе, они свои средства выплатят. Но нужно учитывать то, что 100 тысяч это вот такая вот прям железная гарантия от государства. Больше это уже все-таки есть риск там. Но в целом вот эти все скандалы с отмыванием денег, они с капитализацией и с ликвидностью банка никак не связаны. Ну, они бы, ну окей, но можно так глубоко копнуть, допустим, они отчасти могут и на это повлиять тоже. Если банк получит большой штраф. Если банк получит большой штраф, это раз, а два, смотри, из-за того, что если вот мы нагоняем в прессе, мы говорим о том, что там вот проблема. Человек сидит дома и думает, пойду-ка деньги сниму оттуда, из этого банка. И люди начинают деньги снимать, как бы, и, соответственно, как бы, ну, капитализация там тоже падает. Вот, поэтому очень важно тоже не нагонять вот такую вот панику, да, что вот, и чтобы люди там панически не бежали снимать свои вклады под подушку их прятать, потому что это опаснее гораздо, чем все-таки вот в банке эти средства хранить. Ну, хорошо, Данске банку приказали долго жить, он должен будет уйти из Эстонии, в течение ближайших нескольких месяцев это произойдет. А вот что касается Светбанка, то опять же ходили такие разговоры, что ну с этим-то ничего не случится, потому что вот как у нас есть там градообразующее предприятие, например, если не этот завод, то весь город останется без работы, так у нас таким же государствообразующим предприятием, так сказать, является Светбанк, у которого, как ты сказал, там миллион клиентов, который дает там даже определенный процент от ВВП всей страны, то есть с ним ничего не случится в любом случае, просто не позволят. Ну вот, наверное, я бы уже такой оптимистичный, наверное, не был, что не позволят. Конечно, это, ну, опять-таки, я думаю, это мое личное мнение, что с Светбанком ничего произойти не должно, потому что они меры применяли, если мы говорим о платежах, да, они делали платежи, о чем, ну, что является их бизнесом, да, они когда-то штраф уже заплатили в Латвии за подобные вещи, они после этого свои какие-то, там, скажем, нормы опять-таки уже сточили, Светбанк сегодня очень сильно проверяет, у них большой очень штат сотрудников, который этим занимается. Ну, не знаю, ты спрашиваешь, может ли что-то произойти, но теоретически может. Ну, конечно. Теоретически, да, это как в анекдоте про динозавра, да, 50% вероятной встречи, или точно, встретишь, да, или не встретишь, или нет, как бы, а практически, я думаю, что навряд ли, потому что, ну, Данский банк, они ведь постепенно к этому шли, у них 3 года назад запретили обслуживать нерезидентов, там, сделали предписание, там, еще, это не так, что произошло, вот так, оп, отобрали лицензию. Вот, прозвучало слово нерезидент, почему сейчас говорится о том, что эстонские банки, вот наши местные, доморозные, они безопаснее в этом плане, и они вне подозрения. ЛХВ, Копбанк. Потому что у них, ну, либо практически нет, либо практически нет клиентов нерезидентов, либо их очень мало. А нерезиденты — это как раз-таки те, кто живет за пределами нашей страны, и, соответственно, оттуда могут какие-то денежные потоки направляться. В этом отношении недавно в деловом издании АРИПФ высказывалось подозрение в отношении старейшего банка нашей страны, Арибанка, который имеет тоже достаточно большой портфель нерезидентов, что, дескать, там тоже могли иметь место какие-то сомнительные сделки. Вопрос? Ну, так сказать, я бросил фразу, можешь прокомментировать. Я понял, в том плане, что почему это происходит. Я не знаю, это страшная тенденция, мне не нравится, да, потому что, ну, мы говорим о том, что почему-то вообще, если мы смотрим там на Европу, допустим, да, то сейчас мы постепенно переходим к тому, что Эстония для эстонцев, да, в банковском секторе, да, эстонцы в плане того, что люди, которые в Эстонии, вот резиденты, там, Кипр для киприотов, там, не знаю, Латвия для латышей.
Потому что регулятор считает, что вот мы своих лучше понимаем, допустим, да, что понять те сделки, которые, допустим, россияне делают в эстонских банках, сложно, у нас компетенции такой нет, у нас нет понимания, там, не знаю, там, допустим, каких-то там, скажем, там, таможенных вещей и так далее, скажем, если компании рассчитываются. И поэтому вот такое решение было принято, что хорошо, наверное, чтобы там, процент нерезидентных вкладов не превышал там, порядка, там, не знаю, скажем, 8%. И очень за этим он как-то следится. С другой стороны, у нас там это и резиденция, у нас Европейский Союз, у нас свободное движение капитала и рабочей силы, и это очень в это противодействие идет, потому что противоречие, потому что ведь мы говорим о том, что даже вот посмотрим там, на нашу компанию, там, или на любые другие компании, у нас очень много, допустим, приезжает там, работников из Украины, у нас много работников из Европы, и мы видим сейчас даже то, что работникам из этих стран уже очень сложно счета открыть, это требует времени, они анкеты должны заполнять, мы какие-то справки должны им отдавать, это опасная тенденция, потому что, ну, не знаю, ну, по крайней мере, мы как работодатель, мы уже видим, что это создает нам... Про это тоже у нас говорилось неоднократно, что иностранцу открыть счет в Эстонии очень трудно. Причем, смотри, мы говорим про иностранца, который реально работает. Абсолютно легально сюда попадает. Да, не знаю, у него дети уже в Эстонии, он все счет открыть не может. Это абсурд. Но мы уже тут заболтались, тем не менее, еще одна примета времени, о которой невозможно не сказать в контексте отмывания денег, это криптовалюта. И даже Европарламент на уровне резолюции выказал озабоченность этим, сказав, что криптовалюта представляет собой, ну, такой очень большой соблазн для отмывания денег. Что на это скажешь? Ну, сейчас, допустим, мы видим, вот недавно буквально в Латвии тоже так говорили, что это вот так страшно, и это плохо, и появился, допустим, Revolut, новая платежная организация, и они стали предлагать там торговлю криптовалютами тоже, и вот уже регулятор, скажем, поняв больше, что это такое, уже свои немножко требования смягчил. Больше ли там рисков? Наверное, знаешь, если мы посмотрим на любую какую-то новую услугу, новую, ну, допустим, валюту, там, эти страхи, они исходят из того, что люди, и регуляторы, как бы, и простые люди, мы не очень понимаем, что это такое, можно использовать. Там есть анонимность, там есть, скажем, да, какие-то, может быть, непродуманные, там, теми же самыми полицейскими органами какие-то схемы можно использовать. Как бы, да, риски есть, конечно, с этими с криптовалютами, но настолько ли они страшны, как бы, ну, я думаю, что нет, потому что, опять-таки, посмотрим мы на объемы платежей, которые осуществляются обычными деньгами, да, и криптовалютами, ну, там совсем мало, как бы, поэтому там какого-то колоссального риска так нет. Ну, может, за ней будущее. Ты бы, кстати, как специалист, посоветовал вложиться в криптовалюту? Ой, я не буду. Сколько у тебя у самого биткоинов припасено на черный день? Да, да, я скорее какие-то регулятивные вещи смотрю, что с ними связано, не успеваю инвестировать. Да. Ну, тоже пусть каждый сам решает. У нас в гостях сегодня был специалист по противодействию отмыванию денег адмирал Маркес Дмитрий Куравкин. Спасибо. Спасибо. Это был «Барометр». Говорим мы в этой передаче традиционно о различных вещах и явлениях, связанных с миром денег, финансов. И вот сегодня была очередная беседа об отмывании денег. Надеюсь, вы стали чуточку просвещеннее. Все на сегодня. Меня зовут Андрей Титов. До свидания. Программу поддерживает Best Credit Union. Bestcredit.ee – parimad rahalahendused personaalselt sinu ärile. Bestcredit.ee – ärilaenud.